Сейчас кто-то скажет: нет, нет, Дима, пожалуйста, нет, опять этот дом. Слушайте, дорогие друзья и зрители нашего канала, семья, всем привет, это Сочи, Краснодарский край. Ну вот скажите, ну что еще вам нужно для счастья и для жизни? Ну что еще нужно для того, чтобы нормально, спокойно встретить старость? Ну что еще нужно? Ну вот вам, пожалуйста, там почти что 150 квадратных метров, там 147, что ли, по выписке квадратных метров, 4 сотки земли. Есть место и под бассейн, под мангальную зону, есть и парковка, и въездная группа, есть, и, пожалуйста, и забор по периметру. Ну все есть, и нормальный дом в стиле хай-тек, ну все. Это, кстати, одно из творений Романа Николаевича, да, моего, собственно говоря, партнера. Ну что вам еще, господа, нужно? Что вам нужно, я спрашиваю. И отличная цена. Когда-то была цена и 19, и 20. Недавно тут риэлторы умудрялись продавать это все даже за 23 миллиона рублей. Это при том, при всем, что уже в базе этот дом стоит 17500. 17, господа, 500. Поэтому, если вы увидите этот дом у кого-то на канале за какие-то другие деньги, за любые деньги, у кого-то за 23, а у кого-то, может быть, вы увидите там, я не знаю, за 17, например, я не знаю. Господа, в любом случае, вы приезжаете ко мне, набираете Дмитрия Александровича и знаете, я знаю, кто построил этот дом. Я напрямую общаюсь, собственно говоря, с этим человеком, который является моим партнером по жизни, господа. Поэтому, собственно говоря, я сделаю для вас на этот объект так же, как и на любой другой в этом городе, в 99% случаев, а в данном случае в 100% случаев, лучшую цену. Просто наберите Дмитрия Александровича, и он вам продаст этот объект по самой лучшей цене. Прямые переговоры с собственниками, застройщиками, все. И вперед на регистрацию. 150 квадратных метров, 4 сотки земли. Все отлично. Потом заходим сюда на ремонт. Делаем по лучшим ценам ремонт лучшего качества в этом городе. При чистовой и чистовой. И вперед вы заезжаете, живете, кайфуете. Вокруг уже, собственно говоря, начинает потихонечку идти застройка. Вот сосед уже, тут соседний участок продали. И сосед уже, собственно говоря, здесь строит 140 квадратных метров, хороший, красивый. Я только что поговорил, он говорит, будет красивый, классический, хороший дом. Вот, сзади, так сказать, у Романа Николаевича, кстати, еще участок, он думает там или хай-тек построить, или еще что-то. Ну, в общем, обсуждаем. Мы можем, кстати, продать этот участок именно вам. Вот, переворачиваю камеру, еще раз пробежимся по одному из моих любимчиков. Вот, и, собственно говоря... Ну, что вам нужно? Ну, купите хороший дом. Мы находимся в районе, микрорайоне Макаренко. Ну, в общем, мы тут на улице Обовяна, на самом деле, находимся, да? Ну, по-разному все это. Кто как это называет, но я называю микрорайон улицы Обовяна, да? Это Верхний Юр. Для меня это как бы вот так вот правильно звучит. Ну, кто-то говорит о том, что это микрорайон Макаренко. Вот, кто как угодно, кто-то говорит, что это КСМ, кто-то еще вот называет, не суть. Мы на улице Обовяна, одним словом, с вами. Тихое, живописное, уютное место. Рядышком здесь совсем речушечка. Ну, классненько, ручеек, природа. Летом здесь зелень, птички поют. Я уже сколько раз снимал этот дом? Сколько я раз снимал этот дом? И сколько еще ждать покупки? Вот и спрашиваешь. Время покупателя. Приезжайте, мы поторгуемся. Роман Николаевич нам уступит. Ксения нам уступит. Все нам уступят. Ну, давайте, я жду вас. Я жду вас, господа, на этот отличный дом. Ладно, переворачиваю камеру, еще раз показываю, настаиваю на покупке. Так, у соседей полным ходом идет стройка. Ну, теперь к нашим, так сказать, вопросам. Откатные ворота, все. По периметру, кстати, у нас подпорочки. Есть с этой стороны, с той стороны, с лицевой стороны, везде подпорочки. Попадаем на парковочку. Здесь у нас раз, два, три машины станет запросто. Здесь мы что-нибудь посадим. Вот такой вот у нас фасадик, собственно говоря. Караетки, рама гранит, утепленный. По выписке еще раз говорю, там почти 150 квадратных метров. Односкатная у нас кровля. Но можем сделать эксплуатируемый, переделать, если вам по кайфу нужно. Потом здесь у нас, естественно, зона под бассейн, мангальная зона и так далее. Вот. Отмосточка, брусчаточка, сзади у нас подпорная стена, тут у нас колодец, тут у нас штакетничек. Ну, в общем, вот такая вот история, собственно говоря, да. Вот вам фасадик, обратите внимание, ничего не бежит, водосточка, все дела, скрытая ливневочка. Ну, в общем, вот такая вот история, да. Ну, нужно, конечно, в любом доме, господа, жить. В любом доме, господа, нужно жить. Если вы не будете жить в доме, то дом не любит, когда он находится без хозяев. Без хозяев. Так, там у нас аккуратно локально-часовое сооружение спряталось. А так, у нас 15 киловатт света. Естественно, естественно.
Что еще вам показать? С этой стороны тоже у нас подпорочки. Ну и можете вот с этой стороны тоже полюбоваться, посмотреть. И здесь у нас тоже ливневочка, все дела. Так, заходим в дом. Ах, так. Заходим. Ну что у нас? Что вы здесь видите, господа? Правильно, видите, какие рамзитоблочные заполнения. Видите непосредственно здесь колонны. А что вы еще, собственно говоря, здесь видите? Правильно. Ну вот смотрите, вот 150 квадратных метров. Сейчас у меня заказчица звонила и говорила, сказала: Дмитрий Александрович, объясните мне, что такое 120 квадратных метров. Нам нужно 3 спальни наверху, и нам нужна, может быть, спальня внизу, потому что у нас там родня и так далее. Я им сказал, если у вас родня, вообще не приезжайте в Сочи, потому что вся ваша родня будет ездить теперь в Сочи к вам всегда. Забудьте про родню, думайте только о себе. Родня пускай останавливается в гостинице, собственно говоря. Хотел выйти, а где ключ, не помню. Тут у нас выход, кстати, ну вот как бы получается, мы выходим, у нас здесь, соответственно, летняя кухонка, тут бассейн, дети резвятся, много света, обратите внимание. Смотрите, здесь много пространства, здесь подлесочное пространство можно использовать в качестве гардеробной, например, при входе. Здесь можно выделить запросто вот так, выделить гостевую либо кабинет, например, а здесь у нас просторная кухня-гостиная, да, ну здесь, естественно, у нас санузел делается, видите, вот окошечко, здесь у нас санузел. Допустим, кухня-гостиная, ну, кухонная зона, например, здесь, да, естественно, и, допустим, здесь гостиная, да. А здесь мы выделяем, например, если вам нужно, кабинет, либо спальню для тещи. Без проблем. То есть пространства достаточно, пространства вам хватит. Перекрытие у нас здесь 22 сантиметра, и, соответственно, ой, извиняюсь, и, соответственно, мы здесь поднимаемся, и обратите внимание, что мы видим здесь. Здесь мы с вами, господа, спокойно можем сделать 3 спальни, без проблем. Спальня номер 1. Спальня номер 2 и спальня номер 3. Ну и, конечно же, пожалуйста, вот у вас еще ванная комната. Вот, с выходом на балкон, на две стороны света. Ой, меня слышно, не слышно, что я говорил. А то я тут что-то микрофон потерял. Все, выходим на балкон. Как показывает наша практика, это вечная конструкция из нержавейки. И, собственно говоря, здесь у нас уже керамогранит лежит. По полу, собственно говоря. Вот, поэтому, господа, дому нужны хозяева. Дом без хозяев — это нехорошо. Ребята, как бы подготовительные работы у ребят идут. Ребята идут подготовительные работы. И когда-то здесь нарисуется дом. Вот ваша парковка с высоты птичьего полета. Вот, собственно говоря, ваш бассейн, который когда-то здесь также нарисуется. Вот такая вот, господа, у нас история. Светоотражающие окна. Да. Ну, что я могу сказать вам? Нужно брать. Время покупателя нужно брать. Да, конечно, дом нужно что-то делать, что-то доделывать, ремонт делать, причистовой, чистовой. Все это можно делать. И Дмитрий Александрович вам даст лучшие цены на ремонт. Вот, без проблем. А давайте так. Вся информация у нас... К лесу повернусь. Вся информация у нас с вами есть по ремонту, по строительству в описании к ролику. Все ссылочки на социальные сети есть, соответственно, в описании к данному ролику. Если какие-то вопросы у вас возникают, просто набирайте мне по телефону, который видите в левом нижнем углу экрана. Мы все эти моменты с вами обсудим. Потому что у кого-то 30 квадратных метров, у кого-то 300 квадратных метров. Для всех, естественно, разные условия. За счет объема дадим, естественно, скидочку на причистовой, на чистовой ремонт. Вот. У кого маленькие площади, по стандарту сработаем, по стандартным ценам. Да, 15-17 тысяч за метр квадратный – это причистовой ремонт с материалами, с вывозом, с доставкой, с вывозом мусора, с уборкой. А 8 тысяч – это чистовой ремонт. Это хороший комфорт ремонт, которую вы можете потом смело сдавать. Да, там ламинат, керамогранит, обои, выкрас стен. Как вам по кайфу, так и сделаем, собственно говоря. Хотите гипсокартонные потолки? Пожалуйста, натяжные, пожалуйста, сплит-системы, пожалуйста. Ну, что вам надо, то, собственно говоря, и сделаем. Вот. По строительству дома тоже без проблем. Обращайтесь. На сегодняшний день 60 тысяч метров квадратных. Окна, двери, капитальный монолитный дом, плита, керамзитоблочное заполнение. Фасад, вот, кстати, как здесь, керамогранит, караед утепленный. Получите такой дом без проблем. 60 тысяч метр квадратный, набирайте участок. Если у вас есть, женщина сегодня позвонила, говорит: Дмитрий Александрович, а это уже цена с участком? Я говорю: слушайте, если я буду продавать, строить дома по 60 тысяч за квадратный метр уже с участком, и дом
120 квадратных метров, буду продавать вам за 7 миллионов 200 тысяч рублей, меня пристрелят гораздо раньше, как бы, чем я, мне исполнится 42 года. Поэтому нет, это без участка. Побойтесь Бога, что называется. Даже если вы купите участок, 3 сотки земли, который вам обойдется в 4,5 миллиона и по полторашке, и если вы построите дом 120 квадратных метров за 7200, то все вам это обойдется, грубо говоря, там, ну, считайте, ну, 12 миллионов рублей. Ну, пусть в 13, пусть в 14, ну, не 18-20, как продаются дома, собственно говоря, сейчас, на следующий день, на рынке недвижимости в Сочи. Экономику поняли? Математика немножечко зашла, поэтому, я думаю, калькулятор здесь не нужен. Всем понятно, что построить дом в Сочи, если вы строите, если вам дают цены хорошие, такие как 60 тысяч за метр квадратный, то это хорошая цена, и построить дом дешевле, чем его купить. Потому что инвестор, который заходит, да, если вы инвестор, заходите. Построите за 12, продадите за 18. Математику улавливаете? Вот, тоже заходите, и все дома, которые построили, не, Роман Николаевич там на следующий день может 15 домов вам показать, а эти все дома построены за деньги инвесторов. Вот, и эти инвесторы потихонечку эти дома перепродают. Все, я вас обнимаю, сейчас я здоровья любви, я на связи. Дай Бог, чтобы все побыстрее нормализовалось в вашей и нашей жизни. И, собственно говоря, двигаемся дальше, полный газ. Полный газ. Вы не представляете, как здесь летом, потрясающе. Здесь просто летом, ну, нереально. Нереально, на самом деле. Все в листве, по кайфу все. Ну, я вот уже, я вот визуализирую, я понимаю, что здесь вот у нас получается бассейн и так далее. Ну, нужны люди, понимаете, нужны люди. Дому нужен хозяин. Когда дом стоит без хозяина, ну, это не то пальто, да? Где-то что-то там надо подмазать, подкрасить. Ну, как обычно, вы знаете, что такое дом, да? Одна нержавейка, смотрите. Ух! Вечный продукт. Семья, всех обнял. Пока-пока, на связи.